потому, что мы там сегодня на демо дне презентовались, хотя доноры и инвесторы сказали, что это круто. И инвесторы, которые приходили, те, кого я лично знаю, сказали, что они не ожидали. И доноры, которые привыкли, в принципе, к фотонам, к проектам на основе открытых данных, грантам и в целом проектам, они тоже сказали, что они не ожидали. В целом, как бы, ну, по реакции тех, кто выступал в самом начале, можно было увидеть, что они как бы excited, что им понравилось, что это классно. Вот. И вы большие молодцы, потому что, наверное, потому что отважились на это. Потому что все-таки два месяца это комитет. Это, ну, как бы серьезно, это не хакатон на выходные, это не просто там отправить заявку, посмотреть, тебе там дадут денег или нет, как это обычно делается. Отправляешь инвестору, ну, там, хорошо, дали денег, дали, нет, ну, значит, нет. Два месяца — это часть жизни, это срок. Вот. И я уверен, что вы провели все-таки это время с пользой, провели его с пользой, наверное, не столько благодаря команде 1991 и менторам, сколько потому, что мы общались между собой. И это тоже важно. Мы осуществляли подбор команд, исходя из того, кто что делает, сможет ли один другому как-то помочь, где-то посоветовать и так далее. Мы старались сбалансировать, ну, не только там, подбирать сбалансированные команды, но и в целом сделать такой набор, который органично смотрелся. И не просто на слайде, а вот в зале, в работе, в офисе. И, ну, я очень надеюсь, что вот эта разница и возраст, и в опыте, и в биографии проектов, что это на самом деле очень важно. И здесь формировалось сейчас какое-то новое комьюнити, которое, несмотря на то, что будет дальше над проектами, будет друг другу помогать, как бы тянуть друг друга где-то вверх, подвинять друг другу инвесторов, какие-то связи. И, ну, надеюсь, это будет происходить много-много лет спустя. Вот. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы, ну, как бы дотерпели. Я знаю, это тяжело, там выходных мало, до ночи, это все. Но оно, по-моему, того стоит. Да, на улице на самом деле тепло.